Привет всем! Сегодня я покажу вам методику пошива вот такого вот рюкзачка. Этот рюкзачок я подлетела уже давно у моей коллеги по работе. Он у нее выполнен из натуральной кожи, очень красивый. Это где-то было год назад, и вот сейчас я купила себе синий пуховик, и очень мне захотелось маленький синий рюкзачок. Итак, у него необычная конструкция. Лямки пришиваются на переднюю деталь рюкзачка, просовываются через обе ручки и выходят вот так вот назад. Я сейчас его одену на себя, чтобы вы увидели, как он выглядит. Вот. Друзья, воришке залезть в этот рюкзачок нет никаких шансов. Поверьте мне, я его выполнила из искусственной кожи, но это совсем не обязательно. Его можно сделать из любого материала, например, из джинсовой ткани. Его можно также сделать из плащевой ткани или просто из хлопка. Предварительно конечно же, проклеить хлопок нужно флизелином или дублерином. Вот, например, я пошила такой же рюкзачок из гобелена. Мне просто хотелось посмотреть, как будет смотреться из ткани. Я сделала из натуральной кожи ручки, лямки тоже из натуральной кожи и донышко тоже из натуральной кожи. Получилось, по-моему, даже очень неплохо. Вот этот рюкзачок, это мой пробный экземпляр. И я его уже ношу, и мне он очень-очень нравится. Первая трудность, которая возникла при пошиве вот этого пробного рюкзачка, была в выполнении донышка. Когда вы будете смотреть мастер-класс, там я об этом рассказываю. А так шьется очень просто. Надо построить выкройку. Выкройка очень простая. Вот так вот он открывается, я вам покажу. Он хоть и маленький, но достаточно вместительный. Здесь имеется карман объемный на резинке, куда можно поставить маленькую бутылочку с водой. Ну, вроде бы я вам все рассказала. А самое главное, что я вам хотела сказать. Когда вы будете пришивать лямки и ручку, особенно на передней части сумочки, постарайтесь, чтобы они у вас были точно посередине. Этого я вам мастер-класс не сказала. Вот, например, вот на этой сумочке, на этом рюкзачке, я как-то это упустила, и у меня получился маленький перекос. Я не стала распарывать, я оставила так, как есть. Но вы, пожалуйста, это учтите. Ну, я вам все рассказала. Давайте будем строить выкройку и шить этот замечательный рюкзачок. Итак, выкройка. Вот эта выкройка, она уже здесь предусмотрена уже 0,5 сантиметра припуск на шов. Если вам припуск на шов нужно больше оставить, то тогда прибавьте здесь еще 0,5 сантиметра. У меня здесь 0,5 сантиметра припуск на шов. Итак, нам понадобится свернутый листок бумаги. И вот в свернутом виде он составляет 22 сантиметра на 36. И теперь от этой точки мы прокладываем 4,5 сантиметра. И вниз 4 сантиметра, и в сторону 4 сантиметра, и соединяем. Теперь здесь от этой точки мы прокладываем 3 сантиметра, и эти точки соединяем прямой линией. Внизу от этой точки мы прокладываем 5 сантиметров и соединяем прямой линией вот эти наши точки. И нам еще нужно вот здесь срезать 1 сантиметр. Потом, когда мы нашу выкройку развернем, мы потом это немножко закруглим. Перед тем, как выкраивать, давайте сначала подготовим наши детали, то есть простяжим наши детали. И что я вам хочу сказать, я настоятельно рекомендую, если вы шьете из искусственной кожи, прогладить обязательно кожу с обратной стороны и поролон, чтобы они уже дали усадку. Это я вам настоятельно рекомендую. Значит, у меня вот такая вот искусственная кожа, она очень мягкая. И поролон. Поролон у меня 5 мм толщиной. С одной стороны он на основе джерси, с другой стороны он шероховатый. Значит, нам нужно сначала нарисовать ромбы 45 градусов. Да, я выкроила деталь
размером 52 на 40. То есть это немножко побольше, чем наша деталь, которую мы будем потом выкраивать. Значит, мы нарисуем ромбы 45 градусов под уклоном 45 градусов. Я вам сейчас покажу с обратной стороны, чтобы вам это было видно. Вот тут я уже начала. То есть, значит, мы находим сначала центр. Я уже вам очень много это показывала. Ну, для тех, кто еще это не видел, так как я это делаю. Нахожу точку, центр нашей детали. Вот так вот. И потом при помощи вот такой вот линеечки, у нее здесь тоже имеется вот точка 45 градусов и вот линии 45 градусов. То есть я совмещаю точку на линейке с нашей намеченной точкой, ставим линеечку нашу ровненько, вот, и рисуем с одной стороны и с другой стороны. Еще раз повторяю, я вам показываю специально с обратной стороны, потому что ткань у меня синяя, фломастер у меня тоже синий, вам не будет видно. И рисуем линии в одну сторону и в другую сторону. Ширина ромба у меня будет равняться ширине вот этой линейки. У меня вот есть такая линейка строительная, очень рекомендую, девчонки. Очень удобно использовать ее при шитье. Она такая ровненькая, тяжелая, если что-то кроить, просто прелесть. Она у меня шириной, по-моему, 7,5 сантиметров. Сейчас посмотрим. Извините, 6,5 сантиметров. 6,5 сантиметров. Ну вот, нарисовали мы 45 градусов. И можно расчерчивать наши ромбы в одну сторону и в другую сторону. Когда мы все разметим, расчертим, потом можно смело... Вот, шероховатая сторона поролона. Ложим. Поролон должен выкроен быть немножко больше. Четырех сторон я закалю. И пойдем делать стежку. Итак, для начала простежим наши ромбики. Закрепку делать не обязательно, потому что все равно все это будет обрезаться. Ну вот, ромбики готовы. И теперь нам нужно проложить строчку вот из уголка в уголочек. В одну сторону и в другую сторону. Я ничего чертить не буду. Если вы не уверены, что вы сможете проложить строчку ровненько, можете здесь еще раз все это нарисовать. Сейчас я вам это покажу. Ну вот, что у нас должно получиться. Теперь то же самое делаем вот в этом направлении. Опять прямую линию от уголочка к уголочку. Итак, теперь мы можем выкраивать наши детали. Выкройку я вырезала и прибавила все-таки еще пол сантиметра. Вот, когда я вырезала, прибавила еще пол сантиметра. Итак, я приложила выкройку посередине. Вот здесь вот середина шов. Середина у нас на выкройке. И приколола все булавочками. И теперь можно выкройку нашу вырезать. Итак, я выкроила мои основные детали. И что я хочу еще вам сказать. Помните, я вам говорила, когда вы лекало развернете нашу выкройку, вам нужно будет внизу вот здесь вот сделать такую плавную линию, такое плавное закругление. Итак, теперь, после того, как наши детали основные готовы, можно выкроить подклад. Я уже это сделала. В качестве подклада я взяла тонкий Оксфорд, Оксфорд 200. И теперь нам можно сделать карманы. Карманы буду делать на каждой стороне, то есть два кармана. Один карман я решила сделать объемный на резинке. Для этого я взяла деталь 56
на 26, свернула лицом к лицу, проложила с каждой стороны строчки, обрезала уголочки, вывернула, прогладила. И потом край я обработала зигзагом. И после этого заутюжила на изнаночную часть с карманчика 4 сантиметра. Заутюжила. Моя резинка, ширина резинки 3 сантиметра. Я ее взяла, ну, вот такой вот ширины. Вот так вот. Такой вот длины. Потом нам нужно будет здесь проложить строчку. Ну, следите, когда будете прокладывать строчку, чтобы не захватить саму резиночку. Вот здесь вот у меня размер кармана уже нанесен. От нижней линии среза я проложила 4 сантиметра. И от линии центра по 8 сантиметров с каждой стороны. То есть наш карман будет равняться 16 сантиметров шириной. Это будет наша ориентировочная линия, линия при пришивании кармана. Давайте сейчас этот карман выполним. Мы подтянем сейчас резиночку. Вот так вот. Вот, смотрите. Чтобы она там была, ну, где-то, наверное, от края на расстоянии, может быть, 2 миллиметра. Вот так вот. Вот. Я надеюсь, вам видно. Вот она у меня. То есть, чтобы, когда мы будем пришивать, чтобы резиночка там спряталась. Вот. Я ее на всякий случай вот здесь вот заколю пока. Вот. Вот я заколола. И начнем пришивать. Вот наша ориентировочная линия. Так, здесь я смотрю тоже. И начну я пришивать не от самого края, друзья, а вот там, где наша резиночка. То есть я буду потом прокладывать двойную строчку. Я вот так вот возьму на ширину лапки и начну пристрачивать. Ну вот так вот, значит, мы сейчас на ширину лапки начнем пришивать. Делаем закрепочку. И пришиваем. Смотрим на нашу ориентировочную линию. Так. И теперь то же самое нам нужно сделать с другой стороны. Но при этом нам нужно будет здесь вот натянуть резиночку. Вот мы ее натягиваем. Тут уже можно булавочку убрать. Так, мы ее натянем сейчас до нужного размера. Так, вот я здесь распределю. Так, ну вот смотрим, чтобы он лежал ровненько. Ну вот так вот, приблизительно. Так, смотрим внизу нашу разметку. И давайте сначала прикрепим резиночку, пришьем. Ну вот, и теперь можно резиночку обрезать. И мы ее так обрежем, чтобы она у нас вот так вот натянем. Натянем и обрежем. Тогда она у нас спрячется. Вот. Вот она у нас спряталась. И теперь пришиваем мы еще раз. Теперь смотрим по ориентировочной линии. Прошиваем опять. Так, и теперь сначала мы проложим еще одну строчку, вот у самого краешка. И с другой стороны. И теперь можно пришить донышко. Подворачиваем с одной стороны. И с другой стороны так приблизительно, чтобы это было одинаково. Ну вот. Вот такой вот объемный карманчик у нас получился.
Ну вот, наш объемный карманчик готов. Вот так он выглядит. Я еще хорошенько все прогладила. Вот, и теперь можно сделать второй карманчик. Для второго карманчика я вырезала деталь размером 36 на 18. Сложила ее лицом к лицу, проложила строчку с каждой стороны, обрезала уголочки, вывернула, прогладила. Вот так вот. И верх я обработаю искусственной кожей. Вот для этого я вырезала полоску шириной 5 сантиметров. Край я обработала зигзагом, так как моя вот эта искусственная кожа, она сыпучая. Вот так я пристрочила на расстоянии 1 сантиметр. И вот так вот, таким вот образом я сейчас проложу вот здесь строчку, обрежу лишнюю кожу. И потом можно карманчик наш пришить посередине, снизу на расстоянии 8 сантиметров от нижнего среза. То есть мы находим середину детали, середину карманчика и вот таким вот образом пришиваем. Ну вот, карман я пришила. Вот так это выглядит. И теперь на этом этапе мы можем заняться лицевыми деталями сумочки. Но перед этим я вам рекомендую, я уже это сделала, проложить строчку по самому краю, чтобы швы стежки наши не распускались. Итак, донышко пока мы не выкраиваем, друзья, пока не выкраиваем. Мы будем его делать в самом конце, когда уже будут сшиты боковые стороны нашей сумочки. Так, начнем. Значит, нам нужен замочек. Вот замок с одним бегунком. Длина замочка у меня сейчас составляет 31 сантиметр. 31 сантиметр. Значит, нам нужно обработать края. Вот таким вот образом я выкроила пока произвольные вот такие вот части. Одну из основной ткани. Вот. И из подкладочной. Значит, я вам скажу сейчас длину. Потом будем смотреть. Может быть, придется обрезать. Итак, я выкроила деталь длиной 5 сантиметров. Шириной немножко шире, чем замочек. Потом мы это все обрежем. Лицом к лицу. Вниз мы ложим, естественно, подкладочную ткань. Вот так вот. Проложим здесь строчку с одной стороны и с другой стороны. Так, замочком разобрались. Теперь ремни. Я в своих закромах покопалась и не нашла, к сожалению, тонкой синей стропы. Стропа должна быть у нас 2 сантиметра. То есть вот сюда вот мы будем пришивать ручки и лямки. И я нашла вот такую вот замечательную ременную ленту. Посмотрите, какая красота. У меня только есть в синем цвете такая. Она как раз составляет 2 сантиметра шириной. Из чего можно шить эти лямки для рюкзачка? Ну, естественно, из этого же материала, из которого мы шьем сумочку. Можно это сделать вот таким вот образом. Я вам сейчас покажу. Так, 2 сантиметра должна быть ширина нашей лямки. Я выкроила, это я вам показываю пример, естественно, 4,5 сантиметра шириной детали. И нужно нам ее вот так вот сложить в центр. Для этого можно приклеить посередине двухсторонний скотч и потом путем наложения пристрочить стропу. Вот как раз у меня такой синей стропы и не нашлось. Если бы я ее нашла, конечно бы я сделала бы такие лямки. Вот. Вот таким вот образом подворачиваем. С одной стороны. С другой стороны. Вот у меня здесь есть. Ну, конечно же, эта стропа у вас должна быть тоненькая. Не толстая, чтобы не создавать утолщений. И вот так вот путем наложения проложить строчку. С одной стороны, с другой стороны. И желательно еще посередине. Красивые лямочки. Вот такой вот ремешок с пришиванием стропы. Чем он хорош? Стропа предотвратит ремень от растягивания. Это если вы шьете из искусственной кожи или из натуральной кожи. Это очень важно. И не думайте вы, что если вы сюда приклеите флизелин или приутюжите флизелин или дублерин, что это спасет ремешок от растягивания. Это совсем не так. Я это знаю на моем опыте. Я очень много реставрировала сумок из кожи, натуральной, из искусственной. Сумка в прекрасном виде, а ремешки просто пришли в негодность, просто растянулись. И я вижу, что там был приклеен дублерин,
на фабрике или флизелин. Поэтому вот я вам очень рекомендую вот такие вот ремешки сделать. Итак, если вы воспользуетесь моим вариантом пошива лямок, то вот так вот должно у вас получиться. Вот. Один край мы оставляем свободным, второй край нам нужно так обработать, чтобы у нас не было утолщения при пришивании рамки. Вот, посмотрите, если будет двойной подгиб, это будет очень толсто. Поэтому нам нужно вот этот край обработать, чтобы не было подгиба. Вы можете сделать так. Ленту, стропу, которую вы будете нашивать, конечно, стропа должна быть тонкая, я вам уже сказала. Можете ее сделать где-то, ну, 1,5 сантиметра длиннее. Потом опалить. Вы должны край опалить и вот сюда на ленту накладываете и пришиваете. То есть потом вам не нужно будет делать двойной подгибки при пришивании рамочки. Или же самый простой вариант, который я больше всего люблю, это обработать края тонкой натуральной кожи. Вот как я здесь уже сделала на моих ремнях. Это самый для меня любимый вариант. И длина ленты, по-моему, я вам еще не говорила, должна у нас составлять 106 сантиметров. 106 сантиметров. Еще нам понадобятся шлевки, которые будут пришиваться вот сюда, вниз рюкзачка. Значит, в готовом виде шлевка должна быть 2 сантиметра шириной и длиной 7 сантиметров. Тоже будет нормально, я думаю. И вот таким вот образом мы будем их пришивать. Как я ее сделала, шлевочку? Я взяла деталь шириной 4,5 сантиметра, пришила посередине ленту. Вот такая она очень тоненькая и очень-очень прочная. Потом приклеила двухсторонний скотч. И вот таким вот образом стык в стык соединяем. Вот это вот мы сейчас тоже все сделаем. И потом они будут пришиваться вот сюда вниз. Дальше ручка. Ручки. Вот я уже одну ручку сделала. Вот такая красивая ручка у меня получилась. Как я ее сделала? Я взяла деталь шириной 6,5 сантиметра и длиной 37 сантиметров. Кусочек поролона, вот такая полоска поролона, она у меня составляет 3 сантиметра шириной. И обязательно стропа, которая будет удерживать нашу ручку от растягивания. Итак, вот наш кусочек, наша полоска поролона и наша стропа. Стропа у меня шириной 1 сантиметр. Вот. Точно посередине я прокладываю строчку. Вот так вот. Теперь, опять же, при помощи двухстороннего скотча нам нужно соединить ручку, нашу деталь. Вот я приклеиваю точно посередине. Вот, и теперь стык в стык вот так вот соединяем. Вот так вот должно получиться. И теперь сворачиваем пополам и прокладываем строчку. Ну, скажем так, на 2 миллиметра от края. Ну вот, ручка готова. Работаем дальше. Итак, что мы на этом этапе имеем? Мы имеем две замечательные ручки, мы имеем две лямки и молния. И еще мы имеем две шлевки и два полуколечка. Молния. Вот так вот выглядит молния. Вот, посмотрите. Значит, что мы сейчас первое сделаем? Мы должны проверить, чтобы вот сюда, вот в это вот расстояние, у нас поместилась ручка и
наши две лямки. Вот одна и вторая. Вот так вот должно быть. Вот видите, у меня здесь расстояние как бы маловато. И вот почему. Вы же помните, когда мы выкраивали наши детали, я вам сказала, что вы можете по пол сантиметра еще прибавить припуск на шов. То есть выкройка была уже рассчитана на пол сантиметра, и я сказала, можете еще прибавить пол сантиметра. Я это тоже сделала. Я прибавила пол сантиметра, но как я теперь поняла, что вот здесь вот везде прибавить можно, но вот здесь вот не нужно этого делать, потому что здесь остается маленькое расстояние. Вот здесь я пока оставлю, потому что мы наверху тоже прибавляли пол сантиметра, а вот здесь вот с каждой стороны я уберу вот эти пол сантиметра. Что мы сейчас делаем? Давайте для начала пришьем шлевки. Для этого мы отмеряем со стороны среза 8 сантиметров. 8 с каждой стороны. Так, и это будет, вот эта наша отметка, это будет начало пришивания шлевки. Давайте сначала их пришьем. Итак, вот наша отметка 8 сантиметров от среза. Разворачиваем шлевку, я вот ее уже здесь закрепила. Так, значит, мы пришили. Теперь вставляем полуколечко или рамку, если вы нашли такую. И вот так вот подворачиваем. Я думаю, вам видно. Вот таким вот образом я подвернула. И теперь можно смело пришивать. Разворачиваем. Вот чтобы ширина лапки как раз вот так легла, чтобы не мешалось колечко. Здесь делаем хорошую закрепочку. Итак, шлевки пришиты. И теперь можно вот здесь вот, вот здесь вот сверху, на задний части сумочки, это у нас задняя со шлевками, часть сумочки, пришить ручку. Шов должен смотреть вовнутрь. Вот так мы пришиваем ручку. На передней части сумочки, на передней, мы пришиваем ручку и посередине наши лямки. Вот. Вот таким вот образом. Пришиваем. Конечно, делаем здесь хорошую закрепочку и на ручке, и на лямках. Давайте это сейчас сделаем. Ну вот, пришили ручки, пришили лямки. И теперь лямки пока нам не нужны. Нам нужно их закрепить, чтобы они нам не мешались в дальнейшей работе. Я их закреплю строительным бумажным скотчем. Ну вот так вот я их пока закреплю. Надеюсь, они у меня будут держаться. И теперь нам можно сумочку шить по бокам. Переворачиваем лицом к лицу и проделываем строчки вот здесь по бокам, но всего на 7 сантиметров. С одной стороны на 7 сантиметров и с другой стороны на 7 сантиметров. Итак, боковинки ошила. Вот так это выглядит. Вот. И теперь можно нам пришить молнию. Вот что у нас получилось. И сюда нам нужно пришить молнию. Для этого мы берем нашу молнию, отмечаем центр путем сворачивания. Центр у нас здесь уже на нашей детали есть. Это наш шов соединительный. И вот таким вот образом лицо молнии, лицо нашей детали, мы пришьем нашу молнию. Можно ее заколоть булавочками или прищепками. Пришивать мы будем от среза где-то на пол сантиметра. Потом, когда мы будем пришивать подклад, мы иголочку сдвинем в сторону молнии. Вот пока на пол сантиметра. Давайте это сделаем. Итак, молнию я с одной стороны пришила. Теперь нужно пришить с другой стороны. Все очень просто. Здесь у нас уже середина есть. На молнии середина отмечена. Соединяем. И точно так же пришиваем. Ну вот, молнию я пришила. Вот так это выглядит. Теперь можно посмотреть, что наши уголочки совпадают. Вот смотрите. Прекрасно все совпадает. Отлично. Это мы потом обрежем. И теперь можно заняться подкладом. С подкладом мы поступаем точно так же. То есть мы прокладываем швы с каждой стороны по 5-7 сантиметров. Я проложила боковые швы в моем подкладе.
И теперь нам можно соединить основную деталь сумочки с подкладом. Что мы для этого делаем? Вот лежит наша основная деталь, лежит наш подклад. Вот лицевая часть подклада, изнаночная сторона замочка. Соединяем центр к центру. У нас здесь есть центр на подкладе, центр на молнии. И сшиваем с одной стороны. И потом таким же образом с другой стороны молнии. Я сейчас на моей машинке поменяю лапку. Ставлю лапку для пришивания молнии. Сдвину ее в сторону зубцов. В моем случае это 1,7. Ну, не сильно близко пришивайте, чтобы легко молния открывалась и закрывалась. Давайте сейчас это сделаем. Ну вот, подклад я пришила. Вот так вот это выглядит. Все очень просто, девчонки. Все очень просто. И теперь смотрим. Подклад выворачиваем. Вот смотрите. Теперь необходимо нам вот здесь проложить строчку. Для этого мы здесь оставляли не зашитым вот это место. Потому что надо сюда как-то подобраться. Поэтому сейчас вот здесь вот мы проложим строчку. Хорошенько здесь все вывернем, распрямим. С одной стороны и с другой стороны. Ну вот что у нас должно получиться. Вот так вот. Теперь можно шить боковые швы. Выворачиваем и сшиваем лицевую часть сумочки, с обеих сторон сшиваем. И точно так же подклад. На подкладе оставляем место для выворачивания. Ну вот, боковые швы я сшила на основной детали и на подкладе. Теперь можно уголочки сшить. С одной стороны вот я уже сшила. То есть вот наш уголочек. Разворачиваем, распрямляем ручку и накладываем уголочек подклада. Вот таким вот образом. И сшиваем. Ну вот, уголочки ошила. Теперь можно обрезать все лишнее. Да. Кстати, я вам не сказала, когда будете вот это все делать, уголочки сшивать, боковые швы делать, молния должна быть в открытом положении. Итак, теперь на этом этапе мы можем наши лямки вставить в наши полуколечки. Для этого вот наши лямки, они пришиты на передней части сумочки. Мы их просовываем через обе ручки. И теперь я вам сейчас покажу, я возьму специально большую широкую рамку, чтобы вам было более понятно. И вот что я хочу сказать. Вот этот размер, вернее не размер рамки, а ширина рамки, вот эта ширина, всегда они бывают разные. Бывают узкие, бывают широкие. Чем шире, вернее, чем плотнее, чем толще ваша лента ременная, чем шире должна быть вот эта рамка. Мы берем нашу лямку, смотрим, чтобы она была в правильном направлении, и продеваем через рамку. Вот мы вставляем в рамку нашу лямку. После этого мы протягиваем нашу лямку через колечко, делаем нашу рамку подальше. Теперь в рамке нашу лямку мы вот так вот высовываем, чтобы вот эта часть была свободна. И теперь вот мы разворачиваем, смотрим, в каком направлении должна быть лямка. И теперь просовываем ее вот сюда и выводим вниз. Вот. Я надеюсь, вы поняли. И теперь можно здесь проложить строчку. Я переведу мои лямки в самое короткое положение, чтобы они мне просто не мешались. Пришло время заняться донышком. Мы теперь знаем ширину, какая у нас получилась вот здесь. И на основе этого можем построить лекало донышка. Вот с этого момента у меня начались трудности, когда я шила пробную сумочку. И вот почему. Может быть, кому-то это пригодится в будущем. Я замерила от шва до шва. Вот так вот
мою сумочку, и у меня получилось 33 сантиметра. Ну, значит, в окружности получается 66. И на основании этого размера я построила донышко, которое тоже в окружности равнялось 66 сантиметров. Когда начала его пришивать, у меня ничего не получилось. Ширина у меня намного больше, чем донышко. И я потом поняла, почему. Когда вы вот просто так вот замеряете, у вас получается один размер. А когда вы замеряете вот так по кругу, то получается 70 сантиметров. Я не стала переделывать на моей пробной сумочке мое донышко, которое уже было готово. И просто вот здесь вот убрала ширину где-то по 1,5 сантиметра и пришила то, что у меня было уже готово. Вот такой совет. Когда вы выкроите из подкладочной ткани донышко, из основной ткани донышко, когда будет у вас уже все готово, пришейте сначала на подкладе это донышко. Вот я повторяю уже, наверное, раз 100 слово донышко. Опять мне посыпятся комментарии негативные. Ну, по-другому не могу. Пришейте сначала на подкладе, и вы убедитесь, если вы убедитесь, что все правильно, что размеры подходят, тогда только приступайте к пришиванию донышка на сумке. И такой еще совет. Сначала, перед тем, как пришивать на машинке, лучше его приметать вручную. Тогда вы уже точно убедитесь, что все правильно, вам будет потом легче пришивать. Вы уже сделаете надсечки на сгибах и можете смело пришивать. Ну, давайте построим сейчас это донышко. Так, нам нужно взять бумагу вот такого размера, 28 на 12, разделить пополам. С одной стороны мы нарисуем сгиб. И в чем я еще убедилась? Чем плавнее вот здесь вот линия, тем проще донышко будет пришивать. Если углы прямые, то это делать сложнее. Ну, во всяком случае, вот на этой модели. Итак, мы делаем вот здесь вот закругление. Потом сворачиваем пополам. И вырезаем. И теперь еще раз пополам. И вырезаем. Ну вот, лекало нашего донышка готово. И я решила донышко уплотнить и простяжить. Для начала... Ну да, я вырезала вот такой вот прямоугольник из основной ткани, вырезала его побольше, то есть 29 на 13. Потом, когда будет уже стежка готова, мы вырежем правильный размер. Вот я здесь нарисовала, чтобы вам было видно, какую стежку я буду делать здесь, на лицевой стороне. То есть от угла к углу и вот так вот, такие вот еще линии я провела. Чтобы уплотнить мое донышко, я решила использовать фетр. Можно, кстати, уплотнять еще. Вот смотрите, это клеенка для стола, обыкновенная клеенка. Ей тоже можно очень хорошо уплотнять донышки. Ой, не могу. Итак, вот этот фетр я вырезала меньше. Вот смотрите, насколько. Чтобы потом он у меня не попадал в швы, чтобы не было утолщения. Ну, естественно, я приготовила и поролон. Я сейчас этот фетр закреплю двухсторонним, приклею двухсторонним скотчем, наложу поролон и проделаю стежку. Вот. И проделаю стежку, а потом я донышко вырежу. Наверное, я уже раз 100 сказала донышко. Ну вот, стежка готова. И теперь донышко можно выкроить. То есть мы обрисовываем по кругу и выкраиваем.
Ну вот я вырезала наше донышко и проложила здесь вот по кругу строчку. Теперь нам нужно ориентировочные метки сделать. На донышке этого делать теперь не обязательно, потому что у нас вот эта вот строчка, это будет центр, середина и также здесь. И на рюкзачке нам нужно будет сделать по бокам. У нас тоже уже ориентировочная есть метка. Это наши швы. Нам нужно будет сделать только посередине. С одной стороны и с другой стороны. И потом вот так вот. Да, рюкзачок вы вывернули, как вы видите. И я уже к подкладу уже пришила донышко. Вот, оно уже у меня пришито. Итак, совмещаем наши метки. Закрепляем эти метки булавочками. И потом вручную приметываем донышко. И сразу на линиях вот этого закругления на самом рюкзачке делаем маленькие насечки. И пришиваем. Ну вот, донышко я пришила, обрезала все лишнее, все отлично получилось, размер теперь идеальный. И сейчас нашу сумку можно через отверстие, которое мы оставляли для выворачивания, вывернуть. Вот наш рюкзачок готов. Вот такой симпатичный он у нас получился. И теперь мне осталось зашить отверстие, через которое мы выворачивали. И готово.